И в продолжении темы домашних животных, но чуть-чуть грустная история. 26 марта в районе Северного кольца потерялся пес по кличке Рекс. Молодой, по колено или чуть выше, похож на серо-черную овчарку. Особая примета – задняя левая лапа выбрита. Может прихрамывать. Если вы знаете что-либо о местонахождении этой собачки, звоните 8-922-910-51-72.